Вот у нас идет пропитка виватоном. Это уже второй отлип. Вода у нас чистая. То есть это показатель шторма. Перчатки вот немножечко только, здесь. Только на спине. На ноги вообще чистые. Обычно ноги отдают больше. И 500 миллилитров выведенного виватона. Нет, мы сделали... 500 миллилитров ушло у нас на одну сторону, то есть в общем 800 литр. Это показатель, что организм кушает у нас виватон и через это впитываются микроэлементы, все полезное. Поэтому виватон так хорошо не только для больных, но даже для здоровых, для профилактики, для очищения, для питания организма, потому что виватон — это единственный препарат, который не только чистит, но и питает клетку тела.